обвиняет члена городского совета Миранду Камей в клевете. Недавно советник назвала организацию, цитирую, «мошеннической пирамидой». И, похоже, церковь отошла от законных способов борьбы. Личная жизнь советника стала достоянием общественности. Информация о ходе трансгендерной терапии загадочным образом утекла в СМИ. Представитель Нью Дон... заявил, что организация не имеет отношения к утечке. Он также обвинил советника Камей в нездоровой жажде внимания. Софт готов. Я торчу в парке. Что тестируем? Сканируй людей и устройства. Посмотрим, что нароет профайлер. Так мы находим цели для новых операций. Решаем проблемы и привлекаем внимание людей к DedSec. Они загружают наш софт. Мы получаем новые данные. Круговой рот. Да. А еще ты можешь найти компоненты для исследований. GameStar продавец! Это софт для добычи данных. Между прочим, это весьма навороченный инструмент. Смерти! Ладно, ладно, я понял. Что теперь? Что хочешь. Займись тем, что тебе нравится. Задание в приложении DedSec. Чем больше сделаешь, тем больше подписчиков. А подписчики нам нужны. Их компьютеры увеличивают нашу вычислительную мощность. Без нее мы, как без рук. На боевик с участием Джимми Сиска более 500 миллионов долларов. Сценарий и производственный процесс фильма держатся в строжайшем секрете. Это музыка народа! У нас ее не отнимут! А что случилось с Боба Дейксом? Он новый альбом записывает, слышал? Ага, в курсе. Но мы его не услышим! Ублюдок Джин Карцани выложил миллионы, чтобы забрать все копии себе! Зачем директору фирмы рэперский альбом? Он собирает диски Боба. Видимо, на стенку хочет повесить, знаешь, как трофеи. Деньги ему девать некуда. А сам Боба согласился? Пока не объявлял ничего, но это ж такая сумма. Может, еще есть время вмешаться. Сделает что? Вы, наверное, слышали про Джина Карцани? Этот говнюк хвалился по телеку, как он поднял цены на лекарства от лейкемии. Вся Америка его ненавидит. А что такое? Он большой фанат Боба Дейкса. Предлагает ему миллионы, чтобы Боба дал послушать свой новый альбом только ему. Какой бред. Боба на это не пойдет. Настоящий нет. А вот мы можем подсуетиться. Я наведаюсь к Боба, одолжу парочку новых треков для доказательств. И что мы скажем Карцани? Пробегитесь по интервью, подкастам, всему такому. Поищите там фразы. Сделаем потом нарезку. О, мне нравится.